Привет, ребят! Сегодня я буду создавать детей для детского садика. В детском садике у меня должно быть 8 детей, 3 у меня уже есть. Это вот эта малышка, это моя младшая сестра, и вот эти двое. Уже 3, осталось сделать 5. Приступим. Делаем самый маленький рост. Первым у нас с вами будет мальчик. У меня никогда еще в Токабока не было рыжих мальчиков, поэтому у меня будет тут рыжий. Мне кажется, вот так пойдет. Вот так. Мне кажется, у всех рыжих должны быть веснушки, поэтому я добавлю именно их. Возможно, не у всех, но мне кажется, ему не идет, поэтому я, пожалуй, уберу все-таки. Добавим вот такой комбинезончик и все. А, нет, не все. Рот. Мне никогда не нравится рот. Так, я немного запутываюсь иногда. Это будет девочка. Вот такая девочка с темными вот такими волосами. Носик давайте другой, чтобы они хоть как-то отличались. Дети именно. Хотя, знаете, мне кажется, ей бы не помешали миленькие щечки. Делаем вот так и заходим. Вот такие. И одежда. Не знаю почему, но мне нравится уже вот такая одежда. Блин, я себе тоже, пожалуй, поменяю одежду. А то комбез как-то не очень смотрится. Все, мы теперь самые крутые. 2 мальчика и 3 девочки. Давайте сделаем еще одну девочку, и 2 мальчика будут последних. Я уже придумала эту девочку. Ищем шишечки. Мама звонит. Ребят, подождите-ка. Продолжаем, ребятки. Не знаю, вы меня сейчас увидели или нет. Ну ладно. Теперь какого цвета? Я никогда не делала вот такого цвета волосы, поэтому давайте вот такого сделаем. Давайте сделаем вот такой рот, нос, вернее, бровки какие, вот такие давайте. Где этот цвет? Вот цвет этот, вот такой ротик. Я хочу сделать какой-то ободок или типа такого, но мне ничего тут не нравится для нее, почему? Мне для него тут ничего не нравится. Урок. Прикольно. Но как-то не очень. Я решила, то, что сделаем одного мальчика, и последняя будет у нас с вами девочка. У мальчика этого какая будет прическа? Прическа. Давайте будет вот такая. Он будет блондин. Носик, мне кажется, нормальный. Я придумала, это будет парень моей младшей сестры. Блин, я не знаю, почему на ему идет вот этот костюм. Я придумала, вот эти будут брать сестра, а у меня все-таки будет тот комбинезон. Я буду в детский садик ходить в другом костюме. Короче, нормально.
И осталось сделать девочку. Эта девочка будет самой миленькой после меня. Вот так. Вот так. И... А, точно. Прическу забыли сделать. Вот я тупая. Оставила ребенка без прически. Я хочу, чтобы у вот этой девочки был тот единорог. Как вы думаете, какие ей подойдут волосы? Я не хочу прям такие длинные, чтобы до пола доставали. Поэтому я сделала обычные хвостики. Это тот же цвет, что был той. У нас еще не было рыжей девочки. Вот так. И где у нас рог единорога? Неплохо. Вот вся наша группа детского садика. Не обращайте внимания, то, что они вдали от всех. Сейчас, Агатушка. Просто у меня тут были персонажи, они мне не нравились, я их удалила. Ну, в принципе, вот вся та компания. Выходим. Ждать наших персонажей. Блин, ребята, сейчас так счастливо. Просто мне сейчас мама позвонила и сказала, то, что когда она пришла на маникюр, то там мне подарили Рафаэлки, что-то я не расслышала, но тоже что-то прикольное. Точно я не поняла, что это. И это... Как он называется-то? А моей младшей сестре... Чуть я не поняла. Чё за? Не, ну я расстроилась теперь. А ладно. А моей младшей сестре там типа подарили киндер-сюрприз. И... Скажите, как он называется-то? Блин, забыла. А, вот, и раскраску с щенячьим патрулем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Идеально. Восемь детей. Так, ну и посмотрите, как я буду играть в следующей серии. Всем пока.